Resident Evil 2, прохождение Б, сценарий Б, на уровне сложности хардкор, прохождение на рейтинг S+, за Клару Редфилд. За Клэр Редфилд. Значит, предыдущее видео было такое же прохождение, но за Леона. За Леона Кеннеди. Значит, как в прошлом видео, сразу же предупреждаю, что видео будет ненормативная лексика. Значит, ну, первая часть прохождения, она, в принципе, очень похожа. Во многом одинаково за Леона и за Клару. Вот. Ну, сейчас мы тут сначала собираем цветочки. Вот что пиздежа в этом видео будет меньше, чем в прошлом. Я так подробно не буду останавливаться, акцентироваться на разных моментах. Так, ну здесь вот берем кусачки. И резко сдаем вправо. Бежим вправо. Дверка. Так, ликдро в армии. Патрончики. Так. Ну, сразу кладу. Беру бесконечный нож. Элементарно проходится и без гранаты. Так, ключ я отработавший скидываю. Это нож. Отрубаем ноги. Ходить не мог. Так, ну вроде как умер. Белый порох, патроны для СМГ. Как я и говорил в предыдущем видео, сценарий Б — это самое нормальное прохождение. Более сложные враги. Так, наш граната. Блокируем окно.
пистолет. То, что, во-первых, стреляет очередями, иногда больше, чем нужно выстрелы делает. Во-вторых, очень долгая перезарядка, очень долгая. Так, умер. Будем считать, что умер. Пока он, сука, перезарядится. Так. Да, я вот так возьму. Вот. Вставляем этот. Сейчас меня уже ждут вот эти гандоны. Первым делом нужно их ликвидировать. Кашу. Опять так, ёбаный двойной выстрел. А, перезарядочка ёбаная. Так, теперь только главное не убить и одновременно смотреть второго. Попасть. И опять перезарядка. Так, теперь надо бабу наверху убить. Так, это сейчас проверим. Отъехал ли он? Вроде как отъехал. Что баба может очень много подгадить потом. Так, ну быстренько у нее отошла нога. Так, будем считать, что померла. Так, корона пламя птица. Корона. Пламя птица. Сбрасываю первый медальон. И иду дальше. Так, эти вроде померли. Ладно, вот так вот. Вот здесь аккуратно, значит, не бежим. Потому что, как и в сценарии Зелёны, здесь где-то сидит, засел этот ликер. Вот он сидит, поджидает. Поэтому, опять же, пешее эротическое путешествие через практически весь этот коридор. Ну, в конце можно будет побежать уже. Где-то он там что-то меня, то есть Клару, заприметил. Ну, отсюда можно уже бежать. Там эти законы достают. Так. Используем кусачки и скидываем, потому что на этом моменте они отработали. Берем электронное устройство. Так, траву я возьму. Ну, я вот так скомбинирую. Флеш-граната. Доски пока не беру. Тут опять же этого. Так вот, со спины нарубаем, забиваем. Берем пульки. Здесь вот из трупа. Здесь насекаем этого гандона, отрубаем опять же сначала ногу, а потом добиваем. Так, ну вроде помер, ладно. И этот гандон. Так.
гандон. Так, вроде помер. 9:15:07. Волшебная сумочка. И вот тут первое отличие от прохождения за Леона, что тут имеет смысл взять, значит, на ДМРДЖ. ДМРДЖ. Взять, значит, апгрейд для СЛС. Так, ну здесь берем призики. На ускорение перезарядки. Он, в принципе, пригодится. Так, ну, вест-офис зачищен. Бежим дальше. Значит, этого гандона сейчас надо будет уговорить покинуть этот мир грешный. Так, и сразу же надо эту бабу. Этого гандона добьем потом. Так, умерла. Так, где ты у нас? Так, ну вроде помер. Ну, это сразу с комбайну. Досочки пригодятся немножко позже. Может, не пригодятся. Ну и как прохождение за Леона, пока я скидываю, значит, электронное устройство. Скидываю все ненужное. Кстати, СЛС можно сразу на него навесить апгрейд этот. А, так. Main Weapon. Ну, вроде ничего так особо тут пока не нужно. Значит, сразу беру траву. Траушку, муравушку. Здесь берем порох, чернильные ленты для пишущей машинки, и опять все вот это говнище скидываем. Это все, погнали. Значит, здесь пульки для пистолета. Это вот, значит, Нигера. Ага, так, он вот так упал. А умер ли он? Попробуем. Ладно, будем считать, что умер. Здесь скидываем вентиль. Значит, это и лучшая перезарядка. Бежим дальше. Ну вот в прохождении Б, конечно, вот в отличие от прохождения А. Так, опять не дают мне ничего сказать. Так. Вроде как умер. ДЦМ, опять перезарядка. Не закончено. Все, бежим. Ключик пиковый. Значит, здесь порох. Досочки. Гандончик. Свежий. Лучше сразу снять, а то он дальше может довольно сильно подгадить. В этом месте отрубаем ноги. Ну, вроде как умер. Патроны для пистолета. Значит, здесь бежим, вот тут уже
уже баба эта телепается. Дверочка. Значит, сразу стеллажи подготавливаю себе для дальнейшего. Так, уберу пульки. Перезарядка ебучая. Так, здесь, значит, близнецы, весы, червь, медальон, единорога, второй, весы, это змея, это не червь, червь он вот. Ну, здесь опять же эту коробочку не берем. Не помню, что это коробочки там лежат. Да, там хуета какая-то лежит. Значит, немножко я поставил на паузу, чтобы чуть-чуть подумать. Нож пока не берем. Ладно, все, погнали. Перезарядил обследование. Здесь беру пульки. Здесь надо будет спустить медальон и открыть дверцу. Значит, ну вот это да, прохождение Б тут, о чем я говорил, более по уму разложены и темы на уровнях, сами уровни быстрее. Но поэтому и на рейтинг С плюс тут требуют не за 2 часа 30 минут, не за 2,5 часа пройти, а за 2 часа. Вот. Значит, ну... Так, медальон. Чтобы, опять же, не ошибиться, ничего не забыть. И бежим наверх. Ну, за Клару, конечно, прохождение попроще, чем за Леона. Во многих аспектах. Так, ну, траву, по-моему, тут не берем, да. У нее и оружие мощнее, и потом в будущем против этих джиадалтов будет легче играть. Так, скидываем ключ. Здесь главное не ошибиться. Здесь вот этот гондон где-то вот засел. Вот он. Son of a bitch. Убиваем. То есть и джиадалтов. У Леона их, в принципе, практически нечем мочить. Ну, может, гранатами, но херово. У Клары таких проблем нет. Пожалуйста. Полный набор вооружений. Так. Возьму эти досочки разделочные. Здесь берем сразу карту от шкафа вооружейный. Сразу комбинируем. Сразу ставим. Вот. И крокодил этого ебучего не будет за Клару. За нее попроще. Но единственный момент, что... Так, сейчас. Берем скипетр. И сразу же появляется, значит, этот ликер. Сразу надо тактично ебывать. Здесь проверяем, нет ли еще одного гондона. Есть. Бывает, что он есть что-то как-то вот, бывает, что его нету. Как-то вот все. Сама очень странно. Убить надо, потому что он может потом в будущем тоже сильно подгадить в этом месте. Так, ну умер вроде, да? И опять-таки ебучая
долгая перезарядка. Ладно, беру здесь траву, скипетр. Так, главное не забыть. Здесь вот шкафчики я беру, это апгрейд. А это будет апгрейд на обойму для пистолета GMB. Вот опять же, отличие от прохождения за Леона. Взять не взять. Взять не взять, а в принципе нахер он нужен. Хотя, ладно, возьму все-таки, наверное. 6 влево, 2 вправо, 11 влево. Так, дальше, если не изменяет память, надо бежать через все вот эти душевые. Но перед тем, как бежать через все эти душевые, возьму-ка я, конечно же, нужно спустить карточку от оружейной, взять эту пуколку Кларину, значит, напалм. Ну, как в прохождении зеленые, все шкафчики, они, в принципе, тут ничего мегаценного тут нету, терять на них время. Хотя, в отличие от прохождения зеленого, тут, по-моему... А, ну ладно, хер с ним. Хотя... Ладно, у меня уже поток сознания некоторый. Так, это не лезет. А скидываем что? Скидываем траву, скидываем. Значит, перезаряжаем я эту куколку. По-моему, год вот 106. А, ну тут фильм. Зря я, конечно, ввел этот код. А, 109 еще есть. 109. А, 109. Патрончик для писта. Есть ли место? Ну, в принципе, есть. Зря я шкаф открыл. Все. Перезарядили. Бежим дальше. Ну так вот, то есть за Клару, в принципе, все попроще. Оружие у нее убойное, и ее, значит, это Вундервафель СНГ. Дальше будет. Так, скидываем. А, будем СНГ. Так, надо подумать, что скидывать. Подумать надо хорошо. А в принципе, дальше что там будет? Да ничего там такого не будет. А тиран будет. Короче, ладно, все скидываем. Это скидываю, это скидываю. Это скидывать нельзя. Так, досочки, досочки скидываю, да. Это скидываю. Это скидываю. Пистолет нужен, не нужен. В принципе, хуй бы с ним, с этим пистолетом. Да, я думаю, не нужен. Нож, нож, нож. Тоже не нужен. Пульки. Main Weapon. Вот так вот, да. И не забываем, да, вот чуть не забыл, электроник гаджет взять. Так, чтобы вообще ничего не забыть, а то что-то опять запиздоболился. Карибан, все нормально, погнали. Максимально спалил инвентарь, потому что достаточно много будет призиков тут. Я думаю, даже эту сразу же возьму вот эту вот красную травку. Травушку, муравушку. Значит, здесь сразу берем шкатулку, сразу ее комбинируем. Сразу же делаем, значит, из этого полицейского жетона флешку. Это все говно. Здесь ничего у нас. Напалма. Тут, значит, САП. Да, значит, это зомбарь засел. Дохлое тело. Значит, это зомбарь тут. Значит, здесь ликера не будет. Но зато здесь будет тиран. С
сразу же его огрим, так скажем, чтобы он появился, и сразу же бежим вот сюда вот. Вставляем, значит, это патронное устройство. Ну, возьму травку. Вставляем флешку. Юзаем монитор. Забираем флешку. Дальше она понадобится, чтобы взять, значит, глушитель. Апгрейдка с NG. Ну, берем с NG. Значит, флешка дальше понадобится, чтобы... Что взяли СМЖ вот это в Ундервафе Клары. Значит, здесь ничего не нужно. Собираем призики. Напалм. Граната. А здесь порох. А, запнусь. А, ну еще в сумочке тут остается лечилка. А лечилку нет, пока не возьму, и не надо ее брать. Эту лечилку сейчас. Так, где наш тиран? Ушел. Да, надо. Ну так вот, значит, это Вундервафе Кларина СНГ. Здесь нет, нож пока не беру. Кларин Вундервафе и полицейский жетон я тоже взял, потому что дальше будет как в управлении зеленый у него апгрейд на магнум. Достаточно неплохой. Интересный, я бы даже сказал, необходимый усиливающий дамаг. Так, выбегаю через эту дверь. Здесь должны женщины, барана отпуститься. Вот, также за Клару необходимый апгрейд, тоже увеличивающий дамаг, глушитель, сайленсер. Баран, арфа, птица, баран, арфа. Но звук бегущего ликера, ликера здесь не будет. Здесь будет тиран, если он, конечно, успел сюда дойти, дочапать. Нет, не успел. Ну так вот, сайленсер в данной конкретной игре Кларе увеличивает дамаг. Увеличивает, поэтому на SMG, поэтому брать его надо. Необходимо. Где тут тиран, судя по музыке? Шлендрает. Ну, пусть шлендрает. Уже третий медальон, он откуда-то там вышел. Значит, эта дверка в этом сценарии Б не закрывается. Да, она, в принципе, не особо нужна. При спидранинге на рейтинг S+. У меня, конечно, не такой уж прям спидранинг. Ну, я думаю, уложусь 2 часа, как из-за Леона. За Клару попроще. Так, значит, этот приз здесь взял. Скидываю, значит, готовлюсь к бою, скидываю все ненужное и беру нужное. Значит, сначала просто тупо все скину. Так вот, вот так вот. Значит, жетон не скидываю. Вот так вот. Значит, ну, на всякий случай сразу перезаряжу SMG. Хороший вопрос, чем будем мочить этого, значит, с первого босса. Первую стадию G Биркина. Ну, наверное, я его, пока он без глазика, помочу из напалма. А потом помочу из SMG. Ну, хотя напалм дальше, он, конечно, понадобится на зомби. А, ладно, короче. Чтобы побыстрее, никаких этих пистолетиков. Вот. Значит, сразу берем. Ну, так, я думаю, хватит. А, значит, GM-ка. 10 зарядов к джему. Ганпаудер, кстати, сразу можно скрафтить. Значит, для SMG. Ну, 200 точно хватит. Не надо мне вот излишков. SMG, ammo, flame rounds. Да хватит этих flame раундов тоже. Это место вообще нихуя не будет. А лечилку, ну пусть одна лечилка будет, босс может схватить, так что беру один разрушаемый нож. А в принципе все, ничего не забыл, да ничего,
Все, погнали. Вот, ну так вот, вот этот апгрейд, значит, на SMG сейчас, который в данной игре сайленсер глушитель почему-то увеличивает дамаг. Ну, увеличит и увеличит. Дамаг SMG. Джемка. Здесь гранаточка. Граната. Жетон. Жетон тут вставлен, больше не понадобится. И вот, собственно, глушитель. Сразу его монтирую на SMG. Вот. Сразу готовлю покон без глаза, без открытого, мочу из джемки, из напалма. Значит, ну тут Клара архетичка. Так, глаз открывается. Так, обязательно в порядке собираю призики, разложенные здесь по уровню. Джемка перезаряжена, ну не так уж много ее потратил, там один выстрел, по-моему. Призики, 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 хуизики. Ну так вот, о чем я говорил, то есть у Клары-то оружие мощнее, да, вот, и так, здесь я комбинирую. Вот. И в целом играть за нее легче. Но единственный момент за Клару, что вначале у нее вот эти убогие пистолетики. Так. Как бы скомбинировать? Не скомбинируешь? Нет. Не скомбинируешь. Ладно, нахер эту траву. Ну, осталась эта трава, короче. Хуй с ней. Значит, Шерри уже поджидает. Здесь, опять же, порох не лезет. Через гил нет, нахуй. Порох, трава. Ладно, побежали. Ну так вот, ну единственное, что за Клару, вначале, конечно, эти ебучие пистолетики с маленькой обоймой и с очень долгой перезарядкой. Значит, СЛС. Ну, потом-то он станет магнум. Но вначале, значит, пятиударный и с долгой перезарядкой. Ну, к нему хорошо, ладно, берется этот апгрейд на перезарядку в партии Леона, значит, в полицейском пункте. Вот, но вот этот квикдроу армии, который, значит, стреляет очередями, перезаряжается по годам. То есть вначале за Клэр, конечно, сложнее, так. Значит, здесь, вначале за Клэр немножко сложнее, но потом, значит, соответственно, после того, как эти все пистолетики становятся неактуальны, за нее гораздо проще. Так, ну подготовлюсь я, что-то опять запиздоболился. 31 минута нормально. По прохождению подготовлюсь я к дальнейшему. Значит, опять же, в отличие от Леона, Клару дальше... в отличие от прохождения за Леона, Клару дальше не ждут эти никакие ебучие собачки. Сейчас у нее будут ликеры. С ними делать ничего не надо. И в этой части игры я просто все тупо скидываю. Так, единственное, надо подумать. Ножичек.
Ножички тоже скидываем. Буду идти на пролом. Ебучая сортировка. Так, единственное, что я возьму, сразу я апгрейд на GMB пришпандорю. Flame rounds, flame rounds. Все. Вот опять же, отличие от конечно, за Леона. Я тут буду открывать багажник полицейской тачки и брать, собственно, ее. Так. Так, так. Опять запиздоболился. Брать пистолет GMB, который... Ну, хотя он, конечно, будет... Так, налево я пока не иду. Значит, здесь, в принципе... Так. Так, экзамен. Берет ключик. Ну и пользуюсь случаем, раз уж я здесь, я сбегаю, возьму этих всех придурков, убивать не надо, возьму напалм и сбегаю обратно, возьму, значит, собственно, этот GMB. Ну, конечно, он будет менее актуален в данном сценарии Б, потому что здесь актуален вот этот Quickdraw Army. Так, экзамен. Ну уж ладно, будет и будет все. Сразу скидываю, значит, это. Вот так вот. Комбайн. Ну вот, собственно, пистолетик появился. У него в руках. Прицельный. Ну, конечно, все это херь. Здесь этот ликер вреда не причинит. Сначала травушка. Так, здесь начинаю идти. Потому что тут ликер сидит. Держу сразу призраки. Аккуратно мимо него проходим. Аккуратно проходим мимо второго. Значит, следующее отличие от прохождения за Леона, что Кларе нужен. Это для него является необходимостью бубновый ключ. Так, ну здесь просто можно побежать. Все необходимо чапать в морг. Значит, здесь сразу же, опять же, никакой херни не берем, возьму только флеш гранату. Вот, но зато ей не нужно открывать эту ебучую дверь и не нужно ей бежать, включая генератор. Так, ну тут он сразу спрыгивает. Новый ключ, все, погнали отсюда нахер. Пока, значит, не встал. Так, здесь иду и, соответственно, буду сейчас техника развода ликера. Вот он. Сначала, значит, мы его привлекаем внимание. Его главной героине Кларе. Выхожу. Дверка закрывается. Открываем дверь. Теперь эти ликеры сидят вот здесь. Вот просто тупо мимо них проходим. Все. Здесь проще, чем прохождение за Леона. Но единственное, сейчас здесь будет дальше такой особо зломный ликер, который огрится по-любому. Вот он. И когда он заметил, согрел, сразу убегаем. Так, водные маневры. Убегаем. О, пробежал. Ну, а, конечно, может он только лоснуть Клару тут. Все, во всю эту залупу я больше не вернусь. Клара больше не вернется. Так, бубновый ключ, надо подумать. Да. А это было первое и крайнее последнее его использование. Он больше не понадобится Кларе. Значит, трава. Что-то еще есть. А, приклад на джемку. Ну, еще нужен будет он. Как бы он увеличивает точность стрельбы. Включаю рычаг. Вызываю лифт. Еду в офис шефа. Пидера Айронса.
Есть трава. Травушка. Значит, здесь сразу патрончики для... Значит, здесь сначала опять же все скидываю. Кстати, здесь сразу так можно скомбинировать. Что-то я забыл, сразу можно взять патроны. А, сбегу я сразу же, чтобы время не терять, возьму этот ключик. Ее червовый. Значит, он есть в этом. Как бы это назвать? В этом каком-то произведении искусства. Так, патрон ТМП скомбинировал, да, скомбинировал. Сразу открою эту волшебную дверцу ключиком червовым. Значит, подготовлюсь к дальнейшему прохождению следующего места. Значит, бубновый ключ не понадобится, потому что, как в прохождении Зелёна, все вот эти вот фишечки, значит, крышечки, кнопочки для терминала оружейки в оружейной комнате я не беру. Эту сумочку там не беру, слишком долго, слишком много возни, время терять. Поэтому, значит, ключ сразу я скидываю, бубновый. А червовый ключ скидывать нельзя, потому что он понадобится дальше. Скидываю пока все эти пистолетики, хуилетики, значит, гранату. Сразу монтирую на джемку. А сразу ли? Нет, не сразу. Не сразу. Потому что дальше будет место, где Кларе будет жестко не хватать инвентаря. Беру джемку одну. Без зарядов к ней. Без пулек, ну то есть без вот этих вот зарядов напалма. А просто джемка одна. Просто ключ червовый. Main weapon. Так, чтобы еще взять. Чтобы еще взять. Ничего. Скорее всего, не возьму ничего. Flame rounds, red herb. Ножик тоже не надо, даже бесконечный нож тоже. А вот стоп. А нет, не стоп. Бесконечный нож тоже не понадобится. Флеш-гранаты. Все, погнал. Но перед этим я схожу перекурю.
Вернулись с перекура, едем дальше. Так, бежим. Значит, вниз не побегу, потому что там делать прохождение зеленый нехуй там. Бегу сразу наверх. Ну, здесь и досочки уже нахуй никому не нужны. Шкафчик беру. Гранату. Там патроны. Так, здесь опять же, так сначала по стелсу. Хотя Клари здесь стелс не нужен. В отличие от прохождения зеленый, здесь нужно убить этих гадиков. Необходимо. Сразу патроны будут. Потому что они дальше могут сильно поддать. А где второй гадик? Ладно, повязаю червовый ключ. Где второй гадик? Нет второго гадика. Так, здесь беру, значит, эту хрень, ножик. А, пусть будет. Так, зачислили восточную комнату. А, бегу на балкон сразу же. Травушка, муравушка. В отличие от хрень от Леона, здесь лестница не ломается. Значит, пульки. Здесь вот травка зеленеет. Значит, и в отличие от прохождения за Леона, внизу не будет, у Клэр нету этого трифового ключа. Значит, здесь вот, здесь просто пробегаю, значит, тут закрыта комната, включаю этот рычаг и сразу же выбегаю. Бабу надо будет убить, как раз потратил один. Ну и, пожалуй, как раз два призика беру эти. Вот сюда вот. Так, нужно выбежать, пока этот гондон не начал своим напал на Клару. Так, здесь рычаг, то же самое, значит, ран сейчас будет. Также его разводим. Иди сюда, тиран. Иди сюда. Чапай, чапай. Так, и как прохождение за Леон, надо немножко подумать, куда бежать. Туда бежать. Там все взяли. Там делать нехуй. Там делать нехуй. Ну, через низ, наверное, побегу. Бегу через низ, чё ж. Дальше как прохождение за Леона. А трава не лезет. Не лезет, ладно, пусть с травой. Этих валяющихся новых гондонов даже не убивают. А мне, может, порох здесь взять? А нет, хуй с ним с порохом. Бегу сразу сюда. Значит, дальше цель, задача взять этот рычаг для, не для, а от сложить в библиотеке. Значит, в отличие от крайне за Леона, через этот коридор, через залупу топать смысла нет, потому что у него там был этот ключ клевера, трифовый ключ. У Клары этого ключа нету, и ее червом она здесь эту комнатку откроет. Нужно прибежать вот так вот. Но если на эту, скорее всего, будет уже ликер. Скорее всего, будет уже ликер, поэтому аккуратненько так.
Да, вот он, ликер. Аккуратненько так прохожу, чтобы его не спугивать. Червовый ключ последнее применение, но он не скидывается, потому что я не бежал туда вниз под лестницу. Не это. Короче, ладно, оставляется пока ключ. Ставим пока ключ. Берем эту херь. А куда ее класть? Хороший вопрос. А скидывайте пульки к пистолету нахуй нужно. И гранату. Гранату скидываю одну траву. А ну вот эту вот. Беру гранату. Так, сейчас, значит, здесь будет ветеран. Иди ко мне, тиран. Вот у плавь здесь все. И трава есть. Чтобы подлечиться, если что. Так, здесь очень аккуратно вот так я прохожу опять же мимо литера. Прохожу откуда пришел. Так, сразу бежим в библиотеку. Ну, сразу в библиотеку. Сразу в библиотеку. Сразу в библиотеку. Патронов-то нет у меня к этому. А, чтобы их зомби убивать. Так что я здесь сделал некоторый такой маневр конем. Ход конем, так скажем. Подожду здесь тирана. Разведу его. Так, бегу и бегу в темную комнату. Удар крум. Чтобы все патрончики. А здесь можно побежать. Ага, не достанешь, не достанешь. Здесь скидываю гранату. А, че скидываю нож. Траву. Значит, после темной комнаты. А, у меня будет возможность потом взять еще это. Эту херь. Ключ скиду уже ненужный. И шестеренку вставляем. Беру заряд напалма. Как раз можно сразу ручку приделать. Да, можно. Даже нужно. Ручку. Заряда напалма. Ну так хватит, я думаю. Ручку. Заряд напалма, шестеренка это херь. Что еще нужно? А ничего не нужно. Flame rounds, green herb. Ножик взять. Ножик взять, но взять бесконечный. Ну, как прохождение за Леона с появлением у Леона, значит, дробаша у Клары напалма. Ножик становится неактуальным. Взять, да, возьму на всякий случай просто обычный разрушаемый ножик. Вот такой вот. Главное не забыть квестовые предметы. Это все не нужно, это все не нужно. Все, погнали. Погнали в библиотеку. Как пройти лучше библиотеку? Ну, через верх. Через верх. Так, тут ликер так не достанет. Где-то там тиран марширует своей грозной поступью. Грозной поступью. Тиран шел. Так, а тут я в том прохождении не взял лечилку. Ну и хуй бы с ней. А, возьму. Нет, не хуй бы с ней. А, что еще здесь зачистил? Старс офис. Конечно, тиран может меня уже преследовать. Спину, да, да, дышит уже в спину. Ну, там возьму разрушаемый ножик. Вот, в тот момент мы играем. Библиотека зачищена. Сейчас, конечно, у меня тут будет препятствие создавать, чинить. Перестановки стеллажей. Сука! Так, а стеллажи я поставил уже. А лечилку я не взял. Ну и хуй с ним. Хуй с ним. Там дальше будет трава, чтобы подлечиться. Сюда бежать нельзя, тут дырка.
мостик я себе наладил для стеллажей. Значит, тут будет этот гондон сейчас. Этих гондонов убираю. Значит, сразу беру траву. Что меня беспокоит, потому что тиранка там уже идет. И... А лечилку-то я взял, что я туплю? Что я такой, блядь? Тупарь. Ну ладно. Не страшно. Еще вот я тупил, сразу не получил лечилку. Ладно. Значит, на ошибке за этим. За порохом большим не бегу. Перезаряжаю джемку. Эти все шестеренки. Шестереночки. В принципе, так и надо было тут отыграть. Пока в спину тиран не ёбнул. Обязательно. Блять, опять ступил, ну, опять запиздоболишься. Шестеренку не применил. Ладно, по крайней мере, зеленый я тоже немножко потупливал. Да не немножко. В некоторых разных местах. Так, берем вот это вот. Все. Надо аккуратненько тоже. Где этот? Долбоебина. Так, опять же, можно пробежать там. Через библиотеку долго возвращаться. Долго возвращаться через библиотеку. За Алену это имело смысл, потому что я за нее не ликвидировал этих ебанатов в той комнате. За Клару имеет смысл пробежать. Вот именно эти маршруты. Не обратно, а через библиотеку через Алену. Так, ну этому огненная Напалм Дэст настает. Там где-то ран шлепает. Здесь я все взял, да, здесь я все взял. Можно взять досочки, чтобы они тут глаз не мозолили. Вот. И бегу в комнату, соответственно, офис шефа. А вот тиран. Пизду, значит, в офисе шефа. Сначала все скидываю. Скидываю, кроме квестового предмета. Беру сразу второй, естественно. Так вот заранее их открываю. Эти коробочки, коробочки. И заранее надо готовиться к следующему пробегу, который будет за Клару. А там будут собачки. Соответственно, беру против них Вундерваффе SMG. Так, и лечилку надо, не надо. А я думаю, надо, потому что там собачки будут. Значит, SMG. В принципе, можно с GMB их уговорить. С GMB. А можно и с GMB. Ладно, возьму GMB, наверное, хотя... Да, GMB. GMB. Вот так вот. Дуровом просто долго перезаряжается. А, можно даже к нему ганпаудера накрафтить. Пульки именно для GMB, а не для Quickdrow. А я думаю, хватит столько пулек. Да хватит, конечно. Хотя... Нет, что-то я мучу, верчу, лучше SMG возьму в безопасном режиме. Нахуй я тут сейчас тут время терял. SMG возьму. А, патрон 24. Патроны к нему брать, не брать. Брать, потому что патронов, я думаю, ну вот так 200 возьму и будет достаточно. Флейм раунды не нужны. А лечилку возьму. Две, наверное, не нужно. Ну, разрушаемый нож один возьму. Флешки не нужны, эти ключи не нужны. Все. Опять что-то время я провафлил. Зачем, не знаю. Сейчас ебучая загадка. С этими ебучками.
Так, как тут, как тут, как тут, как тут? Вот так, наверное, да? Вот так. А я что-то помню, она как-то вот так через верх идет вся эта ебучая залупа. Ну, здесь вот так вот, да, если вот так сделать, что будет? Вот так, да, она идет. Так вот. Так вот. Так, это одно включило. Вот это вот так, что ли? Так, что ли? Так. Так вот, по-моему. Как-то она вот так вот. Что-то время терять на эту загадку ебучую. Вот так. Вот так вот. Если вот так сделать, что будет? Так, вот. Правильно, вот этот контур. Так вот. Блять, нахуй. Он должен вот это загореться. Нет, здесь вот так вот. Теряю, блядь, теряю время. Ну как же он тут был-то? Как же он тут шел? Так нельзя. Здесь однозначно вот так он должен идти, да. А, это что, эта хуйня поворачивается? Я уж забыл совсем. Эта хуета-то тоже поворачивается. О! Совершенно случайно. Не прошло и года. Так. Сейчас нужно будет бегать за Шерри. Значит, за Шерри побежали. Берем куклу. Берем кубик. Решаем вот ее ебучую головоломку. Значит, смотрим. Вот так, да, но это не вставляем. Вот так делаем. Другой кубик, который слева подходит. Ставим. Теперь смотрим, какой кубик подходит сюда. Вот так подходит. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Все. Ножнички. Открываем эту залупину. Приседаем правой кнопкой мыши. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Утаскиваем этот ящичек. Залезаем. Тут что-то написано Don't Run, это. Дезинформацию людей вводят. Здесь как раз надо бежать. А не Don't Run. Дезинформирует народ. Все, погнали. Значит, здесь этот ее домик будет, здесь проползаем. Так вот, правой кнопкой мыши приседаем. Бежим вниз. Эту дверь даже в эту дверь к ней даже не приближаемся. Бежим. Значит, в комнат где-то гондон. Значит. Здесь ничего не берем. Берем ключ. Не туда, не туда, блять. Блять, вот ты заговоришься, запиздоболишься, и чуть я в него в лапу не попался. Место-то несложное это. В принципе, да. Так, да. Значит, здесь правой кнопкой приседаем, сюда вот от него ныкаемся, играем с ним в прятки. Но мне это напоминает, как в игре Чужие, там в какой-нибудь, там вот этот Чужой, он от морпехов там ныкался по разным углам там темным. Здесь главное не отпустить правую кнопку мыши, вот у меня на ней лежит палец. Если я отпущу, будет пиздец прохождение всему. Сейчас он пойдет направо сюда вот. Разрушил этот домик. Так, идет направо. Идет, идет, идет. Переползаем. Главное не лжануть. Сейчас он открывает это. Отодвигает кроватку.
На палец встает на правой кнопке мыши. Идет сюда. Теперь он обратно пойдет. Переползаем куда-то вот сюда вот. Так, все, и ползем. Ползем в кровное место под столом вот здесь вот. И все, здесь сидим. Все, отпустила правую кнопку мыши, ты ебучую. Так, все здесь нормально. Обзор делаем. Да. Просто сидим здесь, не рыпаемся. Ждем, пока он здесь пройдет. This is your last fucking chance. Show yourself. Now. Так, ну он прошел, приседаем опять правой кнопкой, аккуратно ползем за ним. Близко не приближаюсь, потому что здесь можно лжануть. Нет, местно тестировал. Так, и теперь просто тупо бежим, берем ключи, тупо выбегаем тем же путем, что и пришли. В домик тут нету. Все, бежим. Значит, главной двери опять же не приближаемся. Даже. Просто тупо бежим. Открываем здесь дверку. И значит, этот ролик пропустить нельзя. Здесь опять же главное не лжануть. Вот, все. Убегаем. Бежим, бежим, бежим. Съемся в эту комнату. Все, видеоролики. Теперь, значит, за Клару. Ключ от гаража, все. Бежим, тупо бежим. Тупо бежим. Бежим тем, потому что мы пришли в гараж. Все, я взял все необходимые ресурсы для данного отрезка. Вот зеленый крокодил, конечно, посложнее, чем за вот это ползание за Шерри. Ну, хотя за него, кажется, может сложнее даже немножко, но крокодил, скажу я вам, опасней. Здесь все взяли уже. Значит, здесь вот сейчас тиран придет. Только кружочек надо от него будет сделать. Вот он, тиран. Травку беру и выбегаю отсюда. Что-то, чтобы побыстрее тут будут. Сейчас тут два зомбаря. Нужно это место преодолеть. Здесь вот так вот. Развожу и все, бежим. Значит, там после поворота я, значит, эту бабу-зомби пройду стелсом. Как-то я так привык, может, конечно, без этого, но не знаю уж, сила привычки. Вот, все, здесь не бегу, а иду. Вот так, бамба тут залипает. Значит, сценарий Б, собачки жестокие, поэтому лучше их всех убивать. Этих всех ебучих собачек. Это вам не прохождение. А. Так, она сюда должна опять выпрыгнуть. Да, иначе заебет сюда. Выпрыгивать. Так, умерла. Собачка. Вот опять против тех же собачек у Клары. В отличие от Леона, но проблем. Он там по ним
дробаша вынужден лупить. Маклара вот так вот. Так, сначала убираю собачек, потом призики. Убрал. Так, ну тут еще будет одна собачка. Вон она, кстати. Тоже ее можно из-за решетки убрать. Вот, всех собачек убрал из-за решетки. Ну, правда, одну с дальника. Так, берем здесь траву. Где она? Значит, здесь граната и зомбарь. Здесь будет еще одна саточка. Все. Кирдык собачки. Значит, здесь я пробегу наверх, возьму патроны для SMG. Потеряю уж времени. Чутка. Pendant. Sherry? Комнатка. Sherry, are you here? Держим ванну. Что у нас тут? Лечилка пусть будет. Как бы письмо. Так, скомбинирую-ка я траву. Вот так вот. Патроны к ТМП. А, в принципе, все. Все. Бегу дальше в это, в комнату этого уродца, который сейчас откинет коньки. Все, нету его. Тупо пробегаю, спускаюсь вниз. Ну и вот тут просто тупо пробежка, значит, до лифта с Шерри. Тоже ничего сложного, просто побежим. Идет этот тиран. Го-го-го. Забегаю в лифт, ролик, значит, тирана папаша Биркин, папаша Шерри, ухандохал, угробил. Так, здесь, значит, напротив, где-то идет вот здесь, да, на этой, здесь патроны ТМП, КСМГ. А здесь что? Сначала все, значит, я сбагриваю в ящичек. Значит, здесь призраки какие, значит, патроны магнум, но пока ими не... Ну, эту, ладно, ленту тоже положу. Пока ими СЛС стрелять не может. До апгрейда, который будет дальше в канализации, до усиленной рамы на СЛС. И дальше нужно будет пробежать в канализации. Значит, скажу сразу, Джи Адалтов, ее там, ее, по-моему, не будет, который встречает Леона, и один жадал сейчас. Хотя у Клары дохуя против них средств, как их мочить. Но зато, в отличие от Леона, у нее будут три гондона там, значит, в одной комнате. Против них я возьму что? Ну, конечно же, напалм. Кларина ружье. Так. Main weapon. Джемка. А вот так, Flame Rounds. Я думаю, хватит. Лечилку надо, не надо. А, на всякий случай одну возьму. Разрушаемый нож. Гранаты. Больше ничего не надо. Все.
Погнали. Надеюсь, все зачищено. А падаем в эту залупину. Коридор. И вот канализация настает. И сразу же берем травку. Травку. Сейчас здесь где-то должны быть патроны для... Уж не помню еще. А, ну здесь у меня просто порох. Здесь ничего нету. Здесь будут сейчас наверху полностью кондоны. Ну так, сначала бегу, беру патроны здесь. Потом, значит, эти одного кондона я пристреливаю. СЗФ. Больше ничего нету. Зачищенные. Убегаю. Все. Вот, значит, как зелёные в этом месте будут сохраняться. Беру призик, который тут есть. Ради частоты эксперимента. Все, значит, здесь вот так вот скидываю. Сортирую. Так, ну, час 05. Ну, зелено было примерно так же. Может, час 07. Время нормальное. Если я зелено прошел с большим временем, то за Клару точно дальше пройду. А, с таким временем. Значит, пока ничего не беру. Значит, сохраняюсь. Ну и, собственно, продолжение в следующей серии видео. Да. Остается 54 минуты. Надо дальше ложиться за 54 минуты. Все вполне достаточно. До встречи в следующей серии видео.